Не-не-не, Сань, не ливаем сейчас. Сначала Накс пойдем. Малыш, а у тебя код, да, там есть какой-то беспонтовый? Ты чё? Малыш. Да, беспонтовый. Ни хрена себе, вот это друль, вот это молодец, вот это красавчик. Че, 5 хилов или 4? Ретрика свечу из нас. Ну если что, там Латхип, Сапфирон, там похилю. Что, Сань, мне сразу в танка, да? Да, по-любому. Вся надежда только на тебя. На тебя. Не ошибись с выбором. Я сам не понял, как произошло, короче. Я зеленку прожал, он меня под зеленкой убил. Так, а что, сколько кубов у нас в рейде? Примерно. А это по ИП будет, нет? Да, сади. А чё, пугов дофига? Или как? Штук 5? Да. Джек, самуни меня? Там что, там КД, да? Ребят, ну, что там, КД? Да, кулдаун. Давайте пересобираем. Сейчас там все в день нашли. Да. КД, ребута типа КД? Ну, что-то, видимо. Ошибка. УРЛ, а КД, наверное. Угу, УРЛ. Короче, блядь, пишитесь в Дэре. Сейчас ты... Я там, короче, этот лишний раз написал людям. Пропили сборы и так далее. Чтоб тебе отписали. Кто отпишет, тот отпишет. Тут еще раз что сделать надо? Ну, мы пересобираем рейд. Можно РЛ убит, но не вами написать. Плюсик в ПМ или в Гичат, или еще куда-нибудь. На русском, да? Да. Можно на французском попробовать. На кыргызском, блядь. Я ему на испанском херачил, он меня понял. И на казахском. Хатак баста. Это понятно. Ребята, я, может быть, глупый. Ну.
Продолжай, мне нравится. Шкуху, чтоб закупить это предложение. Что? Еще раз скажи, Цицерон. Может, он глупый, но он гей. Так, стоп, а ты что, это ренегат, что ли, Сань? Нет. Чего он тогда тебя найти не может, блядь? А, заебали. Куда его знает? Дай этого ассиста. Я Саб-Зерика приму. Я тебя вообще не вижу. Я в третьем пати. Мы этого паладина берем, петуху воина. Ну, и, если он там взял то, что надо, а, сейчас мне только нужно ювелир. То я тут тусуюсь на друиде. Я какой дракон. Ебать. Бля, Гавай сейчас бы просто обкончался бы весь, если бы этого дракона увидел. Он с рулетки упал, за монетку жили. Че с драком где? Да в клаке. То есть, мне кажется, Гава сейчас не только при виде этого дракона было. Бля, мне бы такого дракона домой, я бы за свет не платил. Нахуй надо. Как называется? Золотистый августейший облачный змей. У нас есть в рейде? Кто есть в рейде? Юма. Ювелир. Да, есть. Можно было? Было? На ювелира специально зашел. Слепко тут друид бегает. Со шкатулки он. Так, получается, ты напала, давай, и вот этот петуховин, да? А зачем ты взял метасокет на 34 силы атаки и увеличение скорости бега? Вопрос. Потому что его дешевле всего было взять. Сказал, ты пошел, блин. Ты не на аукцион ходил, ты просто на Олу купил? Да. Не, пожалуйста, нормальный. Он стоит там, блин, около 300 голды. Ну что, на Хейга не бегать хочет? Сокет, да. Ну, это я тебе сделаю, не вопрос. Только у тебя все равно еще не будет ни в голове, ни в плечах. Санек. Да-да. Че, может так поедем? Типа, я не знаю. Поехали, заходите. А, лок какой-нибудь зайди в шкаф, либо нет. Да, шкаф ставим, с ума. С умой. Да. Фиолетовый. Че, минутка покурить есть или нет уже все? Нет. Окей. Так, стоп. Столько ебать сидели, что... А ты мне дал синий. Бля, я этого купил. Ебать его за... Ты мне синий дал, а синий только на выносливость. Я могу сделать. Выносливость я могу. Можно. Я не... Возьми, если не сложно. Тебе нужно перчатки зачарить, накладку на штаны поставить. Никабу, ты тут? Заходи на рогу. Грудь зачарить, и получается у тебя в плечах и в голове должны быть нормальные сокеты. То есть в данном случае это ловкость и крит, и там желтый на свое усмотрение. Ну то есть просто обычно нормальные сокеты. Если нет, то проще другого человека взять. Чтобы 1300 золота. Я смогу себе это все позволить? Если у тебя есть ОД, то ты сможешь себе позволить именно сокеты, а все остальное, как бы мета-сокет ты себе позволишь, а остальную хуйню хер с ним я тебе зачарю. Есть ювелиры, я тебе камни на силу могу бахнуть, что надо, то бахну. Да, у меня есть. Уедем. Устроили, блядь. То есть, короче, купи, главное, мета-сокет нормальный, блядь. Раз... Там два. Что-то... Землю крушить, да? Нет, алмаз этого, который я линкнул жестокого землекрушителя, кинул. И плиту, который.
Вот. И купи еще накладку на ноги. Все остальное, в принципе, мы тебе чернем и сделаем. Главное, блядь, купи сокеты. Значит, висло. Ебанул. Диско, наверное, да? У всех, да, зависло? Да, да. Да-да-да. Все, идите курите быстрее, я хуй знает. У кого какие планы? И едем с семьей. Шабнула какая, а? Да, они херню какую-то пустируют. Запустил. А, потихоньку.
хуйня в натуре. Вот раньше, кстати, такой херни не было. Покинуть по хуйню. Видимо, когда кто-то заходит в Минск, люди не присваиваются. We'll be right back.
тогда на этот, на кулак. У Малага есть, по-моему, только демон, так что D3. Ну, в смысле, я уже спекнулся, если хотите. D3. Я перезайду, а то я что-то не могу зайти КД пока. А, уже. Когда ты где? Так вы шкаф ебаните, вот это самоним людей. А где твой рейдер, Саня? Кто? Ну кто там должен был подойти? В смысле, голодный? Ты голодный, Ваня? Да, да. Пойди. У нас, блядь, Гавайи на своем разбойнике пошел жене там завтрак готовить. Я какой красавчик. Скорее всего, там завтраком только не обходится. Бля, что за хуйня? В смысле, он же посрать пошел вроде. Это одно и то же. Хорош. Что, блин? Жестко, блин. Братишка, я тебе покушать принес, блин. Ебать, а почему у меня на принципе КД появилось на нас? Это вообще как? Ну ты нажал принять, видимо. Я ничего не нажимал принимать. Ребут был тогда, и вот я вошел сейчас в КД. Все, я тут. Нет, так ты сейчас вошел, тебе пишет принять, не принять. Не принимай, короче. Ничего мне не пишет, меня не пускает. Написано you, ready, lost, накрама. Ты много раз Тикет, пиши. Ты много раз пытался зайти. Погоди, ты кто? Ник. Приз. Таксидент. И у меня сейчас это я. Ты час еще не сможешь зайти, ты КД словил. Ты больше 5 раз зашел. Да нет, у меня сейчас я в рейде захожу, у меня написано КД нац. А ты, так, походу, принял в прошлый раз. Через рейды посмотри, у тебя там замочка не висит, то, что пройдено подземелье. Конечно, замочка. Где? Рейд информация. Ну, да. Рейд информация, и там посмотри ОКД. Запись. Вот информация, у меня здесь хлеб КД, обсидановая, накс КД. А с какой 10? 25? 25. Значит, когда и у тебя. Пиши тикет. Не было, оно появилось вот сейчас. Просто из-за рыбы. Напиши тикет, говорю, Жека. Да я не знаю, что это. Это, короче, заходишь, нажимаешь escape, но помощь, отправить запрос, пишешь свою проблему. Они быстро ее рассматривают в течение 15 минут. Подожди, на сайт надо? Нет. Нет, в игре прям. Главное меню зайди. Помощь. Потом отправить запрос. Сейчас, сейчас. Помощь. Отправить запрос, да. Все, пиши свою ситуацию и жди ответа. Там вверху у тебя как ответ придет, будет видно. А что, кому писать, кому обращать? Это ГМ, и ты пишешь. К администрации сервера. Бодрый ты тут. Саны, гаргу филяйте. Бодрый тут. Бодрый. Это я каски, да. Ну окей, я тогда сейчас кулаки пораздаю. Бой закончится. Панда. Панда, паладин, МП5 будет раздавать. И мне почему-то полипавер забагался. Там, короче, это когда ты его открываешь, есть кнопочка обновить. Нажми эту кнопочку, и он у тебя разбагается. А что такое полипавер? Голодный, это что, у тебя гибрид танк? Что такое вылезло? Сейчас у вас очень большой объем петиции. Жди, жди. Короче, видимо, из-за ребута, может, я зашел сразу, я с компа зашел. Я зашел, я в инспектор. Ждите, я сброшу. Они сейчас скажут, ты уже ходил, и пойди на. Они смогут по логам посмотреть, когда ты взял КД. Они ленивые твари. А если сейчас сам бы я зашел, интересно посмотреть, там вообще боссы мертвые или нет? Не надо никуда тебе заходить. Смекалка трэш привел. Это ГП. Все-таки. Так, я за этим сейчас тогда сгоняю. Дживса с почты заберу. Забыл.
Лично мне вот это обязано. Так, я. Так, документируйте такое, там любой пират. То, что пэты всякую хуйню собирают, это на Сирусе. Не пэты, я говорю про помощь. Про помощь? А вообще на всех пиратах? На всех есть. Она не везде работает. На Сирусе работает 100%, я писал. Быстро, кстати, отвечают. Ну, не совсем быстро. Ну, я не знаю, я вот ЧА-6 писал, мне в течение 15 минут вообще все проблемы решали. Аня, сейчас я быстро за джипсом сгоняю. Блять, бой повесили. Заебись. Ну, спек Мацуна. Короче, вот это отправили запрос. Но... А у нас вартанк, да? Голодный, по-моему, там. Да. А, ну все тогда нормально. Не покормили. Столовка голодный, все нормально, пацаны, вы шо? Еще дальше убегайте. Что пацанов вообще хп режет, но паладинов много, а можно пофилять, как бы вернуть. Ну что-то неохота, да? Лучше выпнемся. Ну, пофилял, ладно. Да, получается именно так. Нормально, что я ушел, все, и фиры закончились. Да, блять. Ну, я одну филял, а вторая стояла. Ну вот одну добили. Предлагаю бежать, пока ее там держу. Пала, а чё, проблема фернуть там, я не знаю, по КД просто. Да на панели не вытащили. Чисто, блять, вот отошел за джурсон называется, все, блять. Рейд просрали. Бать, и надо вот обязательно вот это цеплять было, да, пробежать? Ну, понятно. Нормально начало. В принципе, если по опыту с пугарейдами ЦЛК, если есть вайпа на трэше, то дальше все будет заебись. Это, они когда ответят или прочитают, мне какое-то сообщение придет или как? Придет, придет. Да, ты на почту? На почту? Нет, нет. Ну там же, где у тебя висит, там же придет. А. Женек, не беспокойся ты так, нахуй. У тебя должно было окошечко вылезти с оповещением. Сейчас я приду в дверь постучаться, нормально все. Маги, дайте столик, пожалуйста. Хороший столик в виде кукла. Сзади еще трэш притянули. Ну, вы умеете веселиться. Тебе это нравится, да, Дэн? Чувствую, у меня личка гореть начнет сегодня. Личка. Личка. Мне показалось яичко. Яичко, ну. Рыба есть? Я объебал твою рыбу. Будет рыба по-любому. Дэн, возьми в ГБ-то. Да, взять-то я могу, оставить кто будет. Ты с танками определись? Я спекнусь, но. С танками все определено. Голодный, бодрый, ой, бодрый. Столовка голодный. Давай, столовка так... на боссе. Голодный. Парни, маленько тактику можно? Коротко. Манекен. Манекен.
За одним только исключением. Когда он телепортируется, лучше стопни ДПС, чтобы не сдохнуть. Угу. Ну и все, кто умеют напуливать, напуливают в танка, потому что агро скидывается в ноль. Дэн, ты где там? Я бегу. Да я уже здесь. Поехали, кулаки. Не фул, не фул составом, да, идем? Где еще кто-то один? Это на 25-ка, блядь, я уже одет, и нормально, чего бы мы не снесли так. Да, систер, слышишь, Саня? Да, да. Десятка в каких-то моментах сложнее так, даже. Так, рыбка, чё, блядь, ГБ, а ни у кого нету этой, да? Кулинарию в рейд чекните, кто-нибудь там, у кого есть. Ребят, есть фласка на ап? Забыл купить на ауке, мои закончились. Куплю. Обмен бодрому Дэну. 70... Сколько я покупал? 70 сотка голов. Сейчас стоит. Я за 72 покупал. И что? И то, блядь, бодрый Дэну, тут корова спереди. Не, давай, ну, за 70 я у тебя тоже куплю. За сотку продам. Есть эликсир гнева, кому надо. Вон, у Ладомиру дайте рыбку, он поставит. Эллада. Даю, даю. ФК, что ли? Да он только что. Так, где наш разбойник? Сколько должен за фласки? За две? Ну, столько же, сколько сейчас давал, мне хватит. Сейчас, секунды. Леш, а оставляйте тебя? Короче, ставь рыбу, поехали. Дим, он говорит, не канает у него, недостаточно. Там 425 надо. Ну, давай, будет. Где рыба? Рыба, где? Лада, алло, здрасте нам. Чат, читайте, пожалуйста. Он пишет, что нужно 425, я не подхожу, типа, не канаю. Так как у него 387. Отдай, суки. У него суки, блядь, у меня единичка, нахуй. Зачем тогда линкуете? Ну вы же сказали, блядь, линковать, у кого есть кулинария. Вон. А так непонятно было, да? Дайте вон. Электрон. А, уже ретрик. Сейчас, сейчас он. Тактику объясняем, Вар, ты чё, ёмно. Ну чё, ты отдашь, ну? Я же не брал в сумке, глянь. У кого там рыба? У Эллады. А, не, он не взял. Понимаю, но... Так, вроде Гавай зашел. Но он отклоняет приглашение. Поставил рыбу. Пьем рыбу, ставим. Ешьте. Быстрее, не афкашем. Так, смотри. Поели сразу, готовность нажали. Стоп, блядь. Интересно, босс за халат.
КП был. Морду у них не ставите. А то будет больно. На луже даже откапываться не успевают так-то. Босса убиваем, стоим не в кашем. Дальше. Лут после. Это ты по таймеру пока не постараешься. Посмотрим. Что с ним нужно. Сразу идем трэш чистить, хилы не спим. Так, хилы не спим, я возложение сейчас на танк кидал. Малыш, что у тебя не получилось? Бля, я нихуя. Мы что, завис? Да. Охуенный батя. Сейчас лут весь откатится. А лут не распределялся, его просто пока забрали. Это в конце квартала. Uh-huh. Так, ну. Я на всякий случай скриншот сделал, то что Саня забирал. Ничего, скриншот не лута сделайте и рекаунт. Ну, у меня и того, и того. С указанием времени, когда собран лут. Пока ничего не ответил. Бля, как он заебал этот сервак. Да это уже нормально.